Меня, чувак. Давай еще раз. Не будем сдаваться. Пока не добьем этот дом, будем башку об стол биться, пока не зарезим их. Прыгни. А, это ты достроишь? Да, да. Не, рафармил. Это иди, беги, беги, беги. Выбежали, выбежали. Давай, взлетайте, я тебя покрою телом сам. Взлетай, взлетай. Все, отлично. Да, перед нами еще коптер, слышишь, летит. Откуда летишь? Нам прямо, вот сюда вот. Я там только не достроил кибитку. Тут не достроил, да? Я хотел сверху просто трехэтажно сделать, чтобы сверху залетать, чтобы удобно было, а не снизу. Слышишь? А, у меня дерева нет. Я скинул. Но дом мы сегодня не построим, у нас не хватит ресурсов чисто дом построить. Там фундамент только поставить чисто. Можно место найти, шкафами застроить, вот это нормальная идея. Можно. Чтобы завтра уже место не искать. В зиме, хотя не знаю, блядь, типа... Не, в зиме холодно, я не хочу в зиме. Не, в зиме жить не будем, не, в зиме нужно жить. Меня телек фармит. Дал голову. Вот ревики. Ну, блин. Надо хомоса изучать, я, конечно, побегу сюда. Я полетел домой. Где-то вот прямо вот. Справа. Вижу. Голову. Дал тычку ему. Я его не вижу, если что, вообще. Я ему голову дал. Ага. На. Ебать, я прям так же сделаю. Что мы сделали вообще? Давайте. Возьми профессионалы. А, я камень пробежал. Нет, он зафармил его. Бежит в гору, встал. Убил пешку. Один еще был? Один, еще один. Угу. Убил два второго. Пешки есть. Чувак, о май гад. О май гад, чувак. Беги, беги. Меня убили! В смысле? Украл. Закрался и все. Я залутал двоих, лол. Может, пешку не нашел? Да вот еще. Чувак, 20 серо нашел. Было выкинуто. Наверное, со ставку я по нему зажал, наверное, блять, он вообще не знает. Ты бы видел, что он делал? Он, короче, типа... я по нему зажимаю, он, короче, убежал куда-то в камни. Я смотрю, а он уже, короче, блять, влево куда-то убегает. Вообще не понял, как он, блядь, оказался там. Просто, блядь, миллион всего. Я убил его. О, так это он, слышишь? Ну, а что-то он с ревиком бегает.
Все, дом готов. Что, заряжаем? Заряжаем. Это антирейд какой-то получается. Ну что, летим? Да, пока строить начнем. Сейчас я начну строить, ты можешь вылетать будешь. Так, ну что у нас? В проводе вот тут? Так, ну что, мы будем строить, как мы строили это, или что? Или будем в воде наполовину, чтобы прятать в автоматах, или что это? Да, прятать в автоматах, блин, я не знаю. А боюсь, нас просто читеры снесут и все, ну, в нычку. Угу. Мотор расширяться в воду, сейчас будем все равно. Давай, все по стратегии. Сначала ставим ёрлики. Потом мы их застраиваем. У нас потери. Приехали. Мне кажется, у нас дом получился меньше, чем всегда. 5 на 5. У нас он обычно, наверное, странно выглядит, и он не 5 на 5. Вот там 20 на 20. Ну уже со стороны вообще секси хата. С стороны смотрится красиво, да. Да, там надо было две двери, там мы не поставили на. Зачем двери? Ну, в смысле? Люки есть? Ну, выходы из дома. Люки есть. После того, как мы построили дом, до нас дошла информация, что ночью вроде как читеры зарейдили топ-фармера сервера и окупились на более чем 1 000 000 серы. Они не вышли на проверку и их забанили. Мы отправились посмотреть их первую кибитку. Там может левее, блин, я не знаю, как тебе бить. Помнишь, мы вчера там в камнях воевали на револьверах. Тебя еще убили. Бля, я не на знаю, ней еще такой бить. Отстрел есть, да? Ну, на третьем этаже отстрел. На четвертом там. Или на третьем, сейчас подойду ближе. Там еще лестница такая стоит. А вот это я вот уже не пушу. А да, надо на третьем этаже получает отстрел, да, на третьем. С деревянными бойницами такими. А вот это что такое? Это для рейда, что ли, уже, смотри? Возможно. Смотри, два фундамента стоит. Слышишь, давай надо быстрее это. Мне кажется, тут уже покушение, блин. Оно... На нашу серую идет покушение. Надо быстрее делать. Полетели, полетел тогда в мощь, надо в ту кибитку с этой перенести. Началось. Ба-бам, бу-бум, ба-бам, бэт, рейдят. А что это кибитку рейдить придут случайно? Это вот обидно. 400 тысяч серы по статье. Я видел. Турели стоят. Не включены, да? Не включены, да. Их залутать мы не можем. Стоп, секунду. Под кибиткой, не под кибиткой. Давай заладим. Слышал, тут шкафа нет в доме. Слышишь, шкафа нет в доме. А что за рофл? Надо металл срочно, слышишь? Мы просто застроимся сразу. Надо кибитку бежать. Мы сейчас можем его убить, его. А почему здесь шкафа нет? Что за бред? Я не знаю, надо быстрее, слышишь, делать. Мы можем вообще решетки снять, залезть. Я понял, побежал тогда, а? Я бы не убежала по духовность. Да снимай просто эту. И снимай решеточку. Ты шкаф устроил? Да. Давай, ломай. Бахай двери. Он к нам один залез. А, тут потолок застроен, смотри, ой, я понял что. А. Эй, же ломай. Здесь так страшно пикать из-за деревянной лестницы.
Ну слушай, ну тут ничего нет. Нет, нельзя. Вообще просто даже ящиков нету. То есть они, походу, переехали уже. Куда они переехали, да? А куда они могли переехать? А вот это загадка. Здесь это тоже война будет, пиздец. Тут вообще непонятно, это вообще двухэтажный дом, чего сейчас происходит. Что за гараж, ну? Что, садись на этот? Да, садись, ну что-то он каменный вообще. Понял, сел. А, да, ну на нем просто видно все хорошо, куда садиться. Меня не задави, а. Ой-ой-ой. Садись. Да, давай. Сарделька, а? Везде пройдет. Но дом похож на окупной, но, Лен, нормально защита сделана. Железные двери. Я не знаю, что это дом, я бы его бахнул. Ну, он типа, смотри, у него... Он двухэтажный. Принес сколько на всякий случай. А цветы? Давай я за цветами отвечу еще. Давай, я что-то с этого не спросил. Думал, ты брал их. Теперь кебик стоит прям. Понял. Типа ты не умирай, главное. Подобрал 27 бобовок. Под нами кто-то, под нами слышал, кто-то шаг один. К нам лезут. Сзади кибитки сейчас находится наша. Не пика, пускай он выйдет сейчас. Я тогда пока две штуки накину. Нам лезут, слышал? Я поставил. Понял. Один. За челями, слушай, за челями бежал. Челями? Да. Давай прыгаем вдвоем. Давай. Но я видел, что они один залез он. Право, да, залез? А, да, 17 за чели, чувак. Мы добахаем сейчас. Слышно, да, внутри вот топает. Вот. Как же он залез сюда, прям очень интересно. Читер. Подлетел. Чё, потолок взорван. Чекай два ящика этих, быстрее чекай. Я понял, шкаф есть? Шкаф есть, чувак, дверь можно поставить. И он не залоченный. Я знаю, так. Мы здесь дверь не поставим. Двери поставим. Железную, дай мне железную. Железо срочно. Я уже иду ставить. Все, понял. Контролю. Люк, ты красить умеешь? Да. Давай люк там поставим. Так, сейчас. Для него лестница нужна. Понял. Это... Что за ник-то? Давай, не убивай. Вэл. Не знаю такого. Так. Бэтмен, нет. Нам нужно не спуститься так, чтобы не сломать ничего. Забери монеты, кейсы, да. А, подожди, может, они полные, ты их чекал? Да, я чекал, там 7 штук. Компоненты есть. Так, что-то еще есть, а ручки много.
Так, мне нужны компоненты. Печка, печка, печка. Подожди. Ткань, ткань есть? Нашел ткань. Есть, чувак, 20 тысяч тепляка, посмотри. Я вижу, Хороший домик. Хороший домик. Он думал, он застроился. От нас. Да. Надо еще молотами снесем. Через пару часов разблокировались ракеты, и мы были готовы устраивать онлайн-трейд. Мы выбрали соседний дом, там как раз были соседи в онлайне. Ну да, они нам мешали, давай зарейдим их. Тебе через крышу желательно бахать. О, вот тут лестница. О, вот это, вот это просто, знаешь, прям парни, залазьте, рейдите нас. Для нас. А, он внутри топает. Есть турели? Нет. А, стоп, отключено. Одна тут. А, лут вот здесь, чувак. Вот лут под нами. У них вот дырка еще справа есть. Я знаю, лут там, они здесь все дверями топают. Две турели у них. Но... Серьезно? Ты топаешь? А нет. Где он, под нами что ли топает? У них тут гаражки открыты, слышишь? Это ловушка, может быть. Чувак. Это закрытие нет. Чувак, все открыто. А, вот здесь закрыто уже. Иди, иди там. Давай я тут наверху буду топать. Вот, вот здесь лут под нами. Вот где я сейчас окажусь? Первый, второй. В общем, три потолка сломать, но у них полустенки, кажется, стоят. Да, у них полустенки. Вот прям на каком этаже я сейчас нахожусь, тут они находятся. Сейчас. Первый, второй, три этажа вниз. Сколько там, 60 ракет? Я не знаю, сверху, мне кажется, там полустенки будут. Сбоку нормально будет. Меня слышно? Да, да. Сервак лаганул? Не знаю, я не стал. А, топляк закончился. Черный. Я тут нормально все. Все окей, они, никто же не знает, может здесь не топ лежит. На крыше стоит. Вот эту стенку бахаем, предлагаю, вот это. Он нас чекает, давай его убьем. Давай, где он? Прям на самой крыше. Вижу, готов? А мне тут кто-то попал. Чё? О, давай отсюда. А чё, они огородились, да, что ли? Я красный, откуда? Слева. На кофтерный. Понял. Хорошо, что хилок нормально взяли. Чё, где он там? В окне сидит он? Где-то в окне, да. Вижу. Надо бы еще нижнего убить. Понял, он сейчас, по идее, на КД будет сидеть. Да, на коптерной. Нифиг, не рискуй скоро. Выйди. В левую сторону или в правую рейс? Прямо, прямо, просто прямо. О, белого. Баха, баха, машина с ракетами. Давай, давай. Ну, пикни меня. Тут на другой стороне, я живой. Да они типа за пару минут огородились, блядь, как так. Да. Они обосрались, походу. Наверху, наверху. На крыше, я живой. Убил, убил. 96. Убил, убил. На 19 хп вышел, убил его. Ну а что, ебать, он его не залутает, походу.
У нас очень опасно со спины. Если, сейчас, если вдруг со спины будет опасно, здесь поставим стенку и будем лутать спокойно. Тут этот шкаф ебем просто и все. Вот, да, просто тут опасно. Сзади нас. Дашка бахнем, давай шкаф мне. Дашка шкаф бахнем, перестрахуемся. Давай. По фундаменту. Все отлично. Бачим все попад. Попал в железную фигню, прикинь. Убил его? Да. Я красный. Ёбаный псих какой-то там, блядь. Только попаду, нет. Все равно не ставится, что-то мешает, все равно не ставится. Не, вот тут типа ближе поставить, понял, к нам? Чтобы мы могли нормально в CV ходить. А, вот так? Да. Вот сюда могу, вот так поставил. Дай голову, убиваешь. Не вижу. Я красный, подоткнись. Сзади кибитка, я вот слышу. Обегает нас. Я слышу. Нормально, за 4 минуты. Он под стеной сидит. Я понял. Я живой, красный, но только. Там далеке еще враги. Блять. Все окей? Добей его, Найт. Я так испугался. Я в кибитку. Не, у нас позиция для рейда вообще идеально, смотри. Сбоку, на улице рядом. Зашел? Ты как? Я нормально, 40 кп у меня. Понял. Блять, еще летит. А вышел? Я живой? 65? Слева тебе будет, слева тебе будет бегать. Двое. Меня пора подбили. А тебе дам сейчас, что? Стоп, а что там такое? Да, там что-то, кстати, есть. Непонятно там. Я пока смотрел, по щам получил. Ставит. Перед кибиткой, да? Я не знаю, где-то, да, перед кибиткой. Либо уже слева от кибитки. Вон по нему зажимают. По мне зажимают. Меня солнце слепит, я ничего не вижу. А, здесь какие-то левые типы пришли, одного убил, меня убили. Либо сейчас можем коптер найти, на скоптера туда залететь. Подожди-ка. Где он сидит, я его не вижу. Я не вижу, он где-то сидит. Понял. Сейчас придем к кибиточке, подготовимся и чуть позже зарейдим их. Я думаю, прям с коптера к ним туда зайти. Хотя, не, с коптера неплохая идея. Попытка была неудачна. Плохое расположение кибитки. И я ошибся, с какой стороны находится лутовая. Переходим ко второй попытке. Это рейд через крышу. Меня слышно, да, сейчас? Да, все слышно, окей. Все. Подсади меня, пожалуйста, вот сюда, на крышу. На крышу подсади меня сюда. Все, они не залезут к нам. РВ дал. Все, бахаем. Ты сейчас слышишь, лишние звуки будут. Thank you.
А, вот. У меня будет. Не, там видели. Минус 50 дал. Я тебя жду с кибитки. Минус 70 у него. С кибитки выйдешь, убьешь? Выхожу. Его, кажется, убили. Я пиздец промазал, я забыл, у них выход же на улице есть, что-то я тупанул. Я не слышал его, я чекал все, не слышал его. Прикроешь? Вижу врага, на 260 залазь. Я залез. На улице попал. Как же МВК долго бахается. Сань тоже так же, слышишь, так вот нормально, чтобы типа если что забежать. Он залез, залез, залез! Меня убили. Я его положил, слышишь, быстрее залазь наверх. Пожалуйста, за контроль, все, у меня 20 секунд. На улице не знаю что? На улице не знаю. Сломал ему лестницу, когда он залез. Три ракеты. Так, взял 15 ракет, взял 30 ракет. Контролишь меня с улицы? Давай, чекаю. С ракетницы там сидит. Понял, понял, понял. Стоит, стоит за ней. Дал голову минус 50 ему. Все, я на крышу у тебя. Ракета. Базук у меня. Красава. Базук у меня. Я боюсь, что он залезет. Я контролю. Опять же, если гранниками, то я не за контролю. Там еще один потолок. Я понял. Меня убили. Я одного убил, там другой еще залез с другой стороны с твоей. Наверху. Знаю. Я убивай его. Я убил его. Красава. У него ракета вся. Меня дал в спину убил. Еще одного убил. Убил того. Я пошел в кибитку-то за ракетами. Даже кто-то выходит. Все, контроль, да, лестницу, давай добахаю спокойно. Контроль просто лестницу там еще, я добахаю.
не... Там еще один снизу был. Понял. Я убил его, можешь залутать его. Контролишь дверь? Да, давай. Давай, давай, я на улице. Ха, понял. Опасный. Там, там горит, смотри, горит. Да, прям подо мной. Свет включите, ничего не видно. Спасибо. Чувак, да я слышал про тап шаги, я не знаю. Блять, там еще слой. Еще слой. Вторая попытка была неудачна. Мои уши меня подвели, и нам не хватило ракет. Весь центр был застроен из МВК полустенок. Мы отправились в бандитский город менять металл на скрап. У нас получилась строчка скрапа, на которую мы накрафтили еще ракет. Переходим к попытке номер 3. Так, я все взял. Можешь еще захватить базуки, взять, захватить еще Элку, болтовку с 4Х. И можем идти выдвигаться, ракета. Я 4 базуки взял. Можно еще базуки и лестницу взять. Кинь мне сейчас трейдом Элку, Элки и... Точнее, болтовки, Элки и что-нибудь еще. Не заебали, блядь, я бы надо... Было бы у нас чишек много. Мы бы просто как бы накидали, блядь, еще... Я не удивлюсь. Не-не, не сюда хотел. Вот здесь, допустим. Ну я знаю, ну так я тут еще поставлю. Давай, давай. У меня пока нет руки. Понял. Уже два слоя ворот. Да нас еще это останавливать, что ли? Так, за ракетами. Ты пока стартуешь. Давайте еще стеночек, чтобы окружиться здесь и бахать. У меня 4 штуки есть. Вот там никто не пришел, то что-то вообще. Уже сидит на крыше. Он слева. Да, видел. Север что-то подлагал. Да, да. Чуть не сдох. Нет, чуть не сдох. А мне? Это в ответ? Да, в ответ. Но он... А мне, походу? Не-не. Не, по типам тебе. Он дерево срубил. А, у меня покруче сделан. Да, суши бахует, слушай, он так к нам не придет. Эту кепку бахует. Сука, я бы помог, пришел. Он на первом этаже в дверях. Понял, ты как, живой? Я тоже вон, по мне не попал, мне надо. Один в люке. А второй? Вон там. Там гараж сюда идет. На крыше? На крыше или люк? На крыше. Этот выходит с улицы. Тихо, я сейчас его увидел. На крыше меня ждет? Я не вижу, где именно на крыше он. Ебать, а у них в центре дома. Я вижу. Я кого-то там убил сейчас, я не знаю, он ничего там стал. Чувак, я там кажется того вижу. Мне нужна буст вначале. Подожди. У меня есть, блядь, мега идея. Блять, сейчас я могу взорваться.
я в лутовой, слышишь? А две двери до лутовой у меня. Понял. Я его убил. Все, вот, лутовую вижу, кровати. Все, давай ломаем тогда. Отойди. Отошел. Бахай. Все, вот. Вот она, блядь, сюда ракетой. Отстань, блядь, школьники. Вот шкаф, шкаф, чекай, это, за верстаком третьим. Подожди. Контроль, вход. Блядь, металл. Все есть, ставлю. Поставь двери. А, блядь, стоп, здесь. Блядь, какой он умничка, блядь, он подождите. Ух, блядь. Молодцы какие, а, ребятки. На улице. Убил. Светла, блядь. Дебил, блядь, у тебя в лутовой, блядь, он лутает на улице, чё-то. Всё, поставим? Да. Ебать, я просто, блядь, мувы вытворяю, блядь. Я такой, бегу, блядь. Тут всё гаражки, открыть. Чувак, о, блядь. А как мы слышали их на этажом третьем? Я чётливо слышал там двери. Двери, что там какие-то ящики ставят, что-то он там... Нормально. Да оху, блядь. Ууу! Посмотри! Ой, ебать, у них компонентов. Чувак, у них труп, они вообще ничего не крафтят. Зачем им столько труп? Так, я забираю все из-под шкафа. Так, все, сиди здесь, я сейчас. Я тебя скинул ракету, скинул дерево. Я пошел улицу контролить. Это... Надо кабинку бахнуть. Там ракет больше, чем здесь, чувак. Поставь там спальник, если я пойдем. Я или попробую сейчас их убить. Мне надо патроны найти, у меня я взял аркетницу и бегу. Он базук себе будет принимать меня. Да, бежи. Минус 30 дал ему. Я бегу. Давай. Где он? Тут еще коптер прилетел. Второй этаж. Коптер прилетел, слышишь, к нему. Он далеко? Он далеко от лута? Он далеко от лута еще. Всё, там к нему коптер, он коптера убил. Понял. Давай на коптер убил, где он? Второй этаж на доме, сзади дома точнее. Понял, все, тихо. Он на улице. Меня убил базуки. Тихо. Да, он меня убил с ракетницы. Где он находится сейчас? Информацию можно? Он там же. Сзади дома или сбоку? Он прям тут. Он прям тут внутри. Понял. Внутри на втором должен быть. Ты подбегаешь. Я слева сейчас. Я живой? Блядь, меня убили там еще, слышишь? Блядь, этот суши! Все, чувак, он взорвался от меня. Да, настрелялся. Там суши пришел, блядь, с двустволкой. Я, блядь, начинаю зажимать, тихо, оно, блядь. Тихо. Так, чувак, у него все ракеты сейчас. Сейчас сколько ДЭ? У меня, я стою. Давай. У нас тут все открыто, да? Я знаю, ракеты там не видел. А это что прилетело? Это коптер прилетел. Все, разбился. А я не вижу ракеты, чувак. А ты лестницу поставил? Я убил. Я кричу, где коптер. Я не могу найти ракеты, или мы все потратили? Не, да там ракет. Ты нашел ракеты там? Да там я переложил их. А, все, куда? Ой, по мне. Забей его, блядь, один хп у него, один. Понял, сейчас. 50 секунд. Чувак, я ему дал 3 головы. Их там двое. Нам сейчас основу рейдить будут. Нам основу зарейдили.
В смысле? В прямом смысле, у нас шкафа нету в доме. Они лестницы ставят. Они где-то тут у нас. Так, шкаф у нас был по центру, они с центра, скорее всего, шли. А, я понял. Антрапа. Блин. Ты сейчас охуеешь, ты это просто, блядь. И дом? Смотри. Смотри, нормально прям шкаф? Пойдем. А, понял. Это кто, ебаш всех через стену, понял. Мы потеряли кибитку, потеряли дом, который зарейдили, и чуть не потеряли дом. Это повод для четвертой попытки их зарейдить. У них откат, кстати. А, понял. Мы рядом, он уже прям тут дверь открывает. Ракет надо. Да. Он прям там, слышишь, топает. Прям где-то там. У меня есть ракета еще одна. Бахни меня. На крыше что-то слышал, топал. Хотя как он-то попадет? Бежал за ракетами. Так, вот 22 суши, блядь, сидят и смотрят на меня. Один суши убил второго суши. Понимаешь, что он лутовая, он сейчас просто по дверям унесет лут, он просто унесет сейчас. Он просто сидит под кибитом. Нет, под кибитом враги. Нет, я вообще мертвый. Что-то... Кибитка, осторожно, я не знаю, он куда там убежал. Уеби его, пожалуйста, уби всех, блядь, уби всех просто, уби сюда и уби его. Он там, блядь, еще стреляет, блядь, там уже нет никого. Их, короче, двое теперь. Блядь, ты как это сделал? Я неубиваемый. Понимаю. Ты побегаешь ко мне? Я чё... Да. Я убежал. Чувак, я в луте. Чувак, всё открыто. Блядь, скажи, всё открыто, всё открыто, ко мне заходи, ко мне заходи. Закрыл гаражку. Он? Да, ко мне заходи, внутрь заходи. А куда именно? Понял. У меня 7 патронов. На улице кто-то. Я убил. Да. Все, лут у нас, все, лут у нас, чувак. Ракеты все наши, все здесь. Пожалуйста, блядь, пожалуйста. Шкафа нету, чувак, сейчас. Шкафа нету, шкафа нету. Ко мне заходи. Блять, блэс оранжи, блять. Сюда, пожалуйста, открой мне двери, блять. Все, 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 блять, все, все. Шкаф поставили. Нет, с одной, с одной стороны шкаф ловится, с другой нет. Да, 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 я понял. Ты что, весь лут? Да. Охуеть. Так, чувак, давай смотри. Я ломаю вот эти гаражки. Это не весь, походу. Это не весь лут. Помоги мне сломать вот эти... А, тут все залочится. Что, контролируем с базукой тогда? У них спальня какой-то. У них там сачели есть на улице. Ракеты. Труп не столько, слышишь? Тут труп не столько. Значит, там дальше все. Давай... Давай, ты с ту сторону. Давай, я бахну сейчас ее. Контроль просто ту сторону с базукой, если что, ты его ёбнешь. Он сегодня будет пикать меня. Какую его? Да. Или вот эту, где ты бахаешь. Вот, все остальное. Дальше надо рейдить. Ракеты закончились. Мы его сейчас починим. РБ сколько? 3-4 минуты. А, блядь, нельзя чинить. Да. Он бахнул. Два долба... У меня ракета есть.
Я здесь ничего не застрою. Он открывает. Я понял. Заходи ко мне, чувак, заходи ко мне. Ракет залутал их? Да. Отойди, пожалуйста. После этого рейда мы пошли отдыхать и на следующее утро обменяли все наши монеты и попытались зарядить в офлайне челика, который нас бахнул ровно в шкаф. Ничего интересного не было, поэтому увидимся через неделю.